Носишь дебаф свой в череп. Видишь метку череп? Да. Все, хорошо. Значит, все милишники, вы вокруг босса становитесь, соответственно, со стороны своих меток. И выносите свои дебафы. Те, кто стоят звездочки в синюю метку. Те, кто стоят в луне печеньки, вы милишники выносите в лиловую. Я имею в виду с той стороны. РДД хилы выносят в луну, соответственно, кто слева стоит, кто справа, звездочку. Так играем два дыхания. Стоим слева и справа. На вторую фазу все перебегаем к выходу и становимся вокруг босса со стороны выхода. Вторая фаза заканчивается, возвращаемся по меткам. Что-то новенькое. Мифики так просто убиваем, поэтому здесь тоже так сделаем. Сейчас, секунду. Я босса просто на 180 градусов поворачиваю, никуда не веду. Пускай так и стоит, да? Да, ты так его вообще держишь и только баф выносишь, дебаф в череп. Единственное, чуть-чуть можно центр вывести, а так, буквально на пару шажков. Да я отчет. Кинь мне упал, тогда я себя заберу его. Или как? Ну, давай я первый просто и все. Окей. Да я отчет. Разряжено, встаньте со своей половины. И раньше танка никогда не пульси. Носите инфай, указано нет. Носите. Бери. Носите, сейчас дыхание будет, готовьтесь. Перебежали от дыхания. Больше не нужна. Вас пожрут изнутри. Кикон прожмись. Будет гниль, готовьтесь, вынесли. Бери. Ну, стреш прожимся. Вообще тоже. Сейчас дыхание, вторая фаза. Перебежали к выходу сразу. Это я только положу кровью. Сейчас, нет, можешь прям лицом держать, он сейчас ляжет. Да, сейчас так важно. Стали разряжены максимально. Просто не ловим жуков. Ваша задача не поймать жуков. Милишники, отбегайте, вы сейчас взорветесь нахуй. Сантимка. Просто выживите, пожалуйста, забейте вот здесь на ДПС. Или Алла. I love you. По местам встали? Всех, кого назначал по своим кемпам, встали. И поставьте босса обратно, как стоял до этого. Разряжен. Вынесли. Вынесли. Орча, сейчас разряжем, стойте, не никого. Дыхание выдержали. Прожмитесь, если кто-то попадает. На какой прожмись? Затяжем так же. Поздно. Резать его, только будет возможность. Прожимайтесь, прожимайтесь сейчас. Вот и жмите. Сейчас там заживается. Хорошо, еще одно гнездо сейчас будет, потом будет дыхание и фаза.
туннель. Перископ, отойди, пожалуйста. Поднимайте, поднимайте, поднимайте. Сейчас вторая фаза будет. Все, разряжены стали. Просто живем, просто живите, просто блядь. Живите, живите, живите. Мы с тобой разбежались, пожалуйста. Носите. Да не страшно, на самом деле, сейчас нужно почти все. Не дожил Сан Саныч немножко. Убиваем. Вот она вещь! Хорошо. Все, кроме Хиранука и меня, идете сейчас дальше и чистите все к этому курсоку. А в итоге стала привратницей кошмара. User left your channel. Так. Семя жизни монстряж.